Mo, Abigail, Mo. Come on, come on. What happens when you look at the floor? Come on. Bye bye, good. Start it again from the top again. What's your number? How many push-ups do you do? Физкульт, привет, друзья и ученики. Сегодня выпуск для девушек, женщин и для инструкторов. Особенно для тех, кто взял на себя ответственность, смелость тренировать других людей. Реально большая ответственность, ведь очень важно не навредить. Это как доктор, как с лечением. Потому что здоровье превыше всего. А для того, чтобы грамотно обучать других людей, нужно обладать, во-первых, определенным набором знаний, но самое главное, эти знания должны логически переходить в понимание, потому что сейчас очень много знаний, очень много знающих людей, любой может заучить информацию, которой, кстати, действительно очень много, и сейчас сложно выбрать. Она порой противоречит сама себе. Одни пишут одно, другие другое. И в потоке всего этого очень сложно обычному человеку, а зачастую и тренеру, разбираться, что, как, откуда. Поэтому, друзья, я написал книгу для девушек, для женщин, для инструкторов «Фак фитнес» или «Крепкий орешек» для девушек, естественно. Это квинтэссенция, друзья, всех моих знаний более чем 25-летнего опыта тренинга. Больше чем 10 лет я уже тренирую людей. И, конечно же, теоретического опыта, теоретических знаний. Когда я осознал, чем я хочу заниматься в жизни, конкретно уже, а было мне уже тогда за 20 лет, я понял, что нужно получить образование в этом направлении. И не какие-то курсы там, смешные курсы, которые обучают современных фитнес-тренеров, как выколачивать бабло из клиентов. Нет, мне это было неинтересно совершенно. И я поступил в университет на факультет физической культуры и спорта, где 5,5 лет обучался. Обучался у грамотных людей и не очень. Учебники, естественно. И, конечно, самообразование. Самообразование – это то, что делает настоящего специалиста специалистом. И вот, друзья, сейчас это все собрано в одном месте в данной книжке. Куча фитнес-ереси, откровенных заблуждений, в которые мы с вами верим, будет опровергнуто в этой книжке. Вы посмотрите на жизнь, на тренировки с железом совершенно с другой стороны, с другой точки зрения, которую информацию вы не найдете больше нигде в других источниках. О чем я говорю? Ну, во-первых, о том, что сколько упражнений делать, какие упражнения, как долго тренироваться, с каким весом работать, сколько подходов, сколько отдыхать между упражнениями и подходами, что такое классическое кардио, почему оно вредно, почему оно не нужно натурально тренирующемуся атлету, почему девочкам оно не нужно, как подходить к тренингу, питанию, восстановлению через призму менструального цикла. И очень-очень много еще другой информации будет, точнее, есть в этой книге. Кстати, кто приобрел уже эту книгу, обязательно, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, как она вам понравилась или не понравилась. Пусть люди, читая комментарии, тоже делают определенные выводы, нужна им эта книга или нет. Я говорю, что эта книга просто необходима. Необходима как воздух. Почему?
Ну, во-первых, что в ней дается, как грамотно начать тренировки, как понимать, что нужно менять какие-то планы тренинга, как продолжать тренироваться, когда вы уже достигли определенных силовых показателей. Да, девчонкам тоже нужно ориентироваться на силовые показатели. И тесты, они отличаются от мужских, они есть в этой книге. Тоже можно назвать эту книгу ступенями, как и мужскую. Кстати, она в два раза больше по объему, потому что для девчонок там гораздо объемнее информация, гораздо больше необходимо девушкам знать, понимать относительно себя, своего организма, как реагирует организм на силовой тренинг, почему классическое кардио не нужно делать, что оно только вредит, отодвигает нас от наших целей, от ваших, девчонок, целей. И очень много информации, которую почему-то вообще не встретишь нигде в современной фитнес-сфере. Будь то журналы, видеоблоги, нигде, друзья, вот реально такую информацию, я вам гарантирую, вы нигде не почерпнете. И для меня это очень и очень удивительно и показательно. Это касается непосредственно наших с вами мышц. Я об этом не раз говорил в статьях, в видео, но в книге я более подробно это все разобрал. О чем речь? Речь именно о фазических и тонических мышцах. Уверен, что большинство из вас вообще никогда не слышали и не встречали такого. Спросите вашего тренера, что это такое, он просто впадет в ступор. На самом деле это очень просто, но очень важно. И в современных учебниках спортивной анатомии это, кстати, можно встретить. И это преподносится именно как самое важное, что нужно знать прежде всего о мышцах. Потому что эта информация, она именно поможет вам сохранять ваше здоровье. Не навредить ему, чтобы не было сколиозов, чтобы не было искривлений. Это настолько важно, что в двух словах это все не расскажешь и не объяснишь. Именно поэтому еще я написал эту книгу. Кстати, мужская книга скоро выйдет и в печатном варианте. Одно из крупнейших издательств на постсоветском пространстве предложило мне сотрудничество. И мы договорились, что книга выйдет в очень дорогом исполнении, в шикарном исполнении. Я не хотел выпускать какие-то бульварные журнальчики. Она выйдет в твердом переплете, в самом качественном исполнении. Бумага, печать. Надеюсь, мне ее тоже пришлют. И уже, наверное, в этом, в следующем месяце вы ее увидите на книжных полках ваших магазинов. Если нет, то спрашивайте. Спрашивайте, потому что от этого зависит, будут ли мои книги в ваших магазинах. И, скорее всего, от этого будет зависеть, напечатают ли вторую книгу о женском тренинге. Мужская книга называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Если вы инструктор, вы тоже должны ее приобрести и изучить. Даже, друзья, если вы не воспринимаете информацию, которую я вам преподношу, вы все равно должны ее изучить. Хотя бы для того, чтобы аргументированно сформулировать несогласие, чтобы аргументированно понять вашу точку зрения или проверить вашу точку зрения, проверить ваши знания, проверить ваше понимание всего и в питании, и в процессе тренировок. Потому что многие даже не знают, что такое инсулиновый индекс, что такое инсулиновый отклик, что такое гликемический индекс. Это все, друзья, разные вещи, и нужно понимать, как, что и на что реагирует наш организм. И это, кстати, относится и к питанию, и к тренингу, и к силовому, и к кардио. Потому что инсулин – это самый мощный анаболический гормон. Помимо всего, он является и транспортным питательных веществ. Он, захватывая питательные вещества, как транспорт, везет их либо в мышечные клетки, либо в жировые. И понимая процессы, не зная, а именно понимая процессы, как и что, вы сможете минимизировать поступление питательных веществ в жировые клетки
и максимально направлять все питательные вещества к мышечным клеткам. Вы, девчонки, научитесь, как с минимальным затратом энергии тренироваться и получать от этого пользу. Вы выбросите кучу нелепых, ненужных упражнений, различные махи, всевозможная хрень и чушь, которую сейчас фитошняшки преподносят со своих страниц в соцсетях или в YouTube. Мне просто становится стыдно за них, обидно за нас с вами, что нас как лохов разводят. Хотя поначалу эти же фитоняги и показывали, рассказывали, как грамотно тренироваться в силовом стиле. Даже, девчонки, если вы будете заниматься пауэрлифтингом и соблюдать определенные правила в питании, вы будете выглядеть шикарно, красивее, лучше любой дурочки, которая будет заниматься вот по современным программам фитнес-хрени. Извините, что я так выражаюсь, но просто по-другому не скажешь. Меня возмущает, насколько цинично и безграмотно сейчас обстоят дела в сфере фитнеса. Фитнес настолько отошел от своих основных целей и задач, что говорить об этом уже мало. Нужно кричать об этом со всех возможных источников. Грамотные люди так, кстати, и делают. И моя книга – это такая определенная оппозиция всему тому, что вы встретите на просторах сети. По крайней мере, друзья, мысли, которые в ней изложены, практика, практический опыт заставит вас задуматься хотя бы, грамотно ли вы тренируетесь. Для этого нужно будет пройти всего лишь пару тестов. Кстати, кто помнит, когда Таня с канала T-Gym пришла ко мне, она действительно была симпатичная, в хорошей форме. Но все мы помните, какой она стала всего через 5 месяцев тренинга со мной. 5 месяцев кардинально изменили уже симпатичную девчонку. Сделали ее реально просто шикарной. Как говорится, из алмазов бриллиант, да? Я не хочу восхвалять себя, потому что, друзья, на самом деле моих идей не так-то и много. Того, что родилось в моей голове и потом перетекло в практику. Таких всего 3-4, наверное, идеи, которые я тоже изложил и в книге. Это рейтинг мышечных групп, это о том, что кардио бесполезно и даже опасно натуральному атлету. Все это вы прочитаете в моих книгах. Поэтому, друзья, самый легкий, самый быстрый и короткий способ, девчонки, говорю сейчас для вас, стать красивой, сексуальной, спортивной, подтянутой, это приобрести мою книгу. Стоит она всего $25. Да, кто-то скажет, что это реклама. Но это не реклама, я пытаюсь донести до вас, где и как можно черпать хорошую информацию. Ведь вы меня постоянно спрашиваете, какую литературу я бы вам посоветовал. Вот чтобы не советовать, чтобы вы не бегали от одного источника к другому, я все собрал в одном месте. Так что, девчонки, инструктора и просто люди, которые стремятся к познанию, к развитию в нашем движении, приобретайте книгу «Фак фитнес» или «Крепкий орешек». И обязательно пишите комментарии. В комментариях пишите отзывы. С чем вы согласны, с чем не согласны. Насколько вам понравилась данная книга. Я даже не назову это книгой, это скорее всего справочник. На каждый день практически любой вопрос, который возникнет у вас по поводу тренинга или питания, вы сможете найти на него ответ в этом источнике информации. Так что, друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Благодаря вам, друзья, подписчикам моего канала,
прежде всего. И вышли эти две книги. И вообще, в принципе, я делаю то, что делаю. Потому что я вижу, что вам интересно, несмотря на то, что это большую часть времени нудно, скучно. Но почти 110 тысяч подписчиков на канале и продолжают расти подписчики. Для меня говорит это о том, что я делаю что-то полезное. И остановиться, бросить сейчас это дело, я просто не имею уже никакого морального права. За что спасибо вам, друзья. Ну что, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы, без травм, конечно же. А я буду припарковываться. Постараюсь в тенечке. У нас очень солнечно. Уже просто невыносимо жарко. Без кондиционера здесь просто помрешь. Как жили люди раньше без кондиционеров? Ума не приложу. Ну что, всем пока!